Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова Эдмастер. Да, и Террасер, всем привет. И мы с Террасером, ребятки, сегодня будем играть на голодных играх на сервере Кубкрафте, дорогие друзья. Да, на этом замечательном сервере. И у меня, кажется, кто-то забрал железный меч, это был ты, Террасер, наверное. Я, наверное, да, там Эндер Пёрл. Ух ты! Да, Эндер Пёрл, железный меч. Офигеть, столько забирай, вещей. забирай вещи, Миша. Можешь не уходить, пока защита действует у нас, защита действует. Ага, тебе меч дать? У меня каменный, у меня каменный. У меня железный, значит. Тут какой-то парень в албанске, давай за ним побежим. Побежим за ним. Ты где, Миша? Я хотел тебе сбросить меч. Железный еще один? Да, да, скидывай, да, скидывай. О, сбросил. Бежим за тем парнем в алмазке, все, можно убивать. А уже можно, да, написалось. У меня, кстати, Эндер Пёрл еще один. Ребята, есть. Мы будем играть на 1.9 для того, чтобы вот на этих голодных играх, надеюсь, вам это понравится, чтобы вы могли привыкнуть тоже к PvP на 1.9. Посмотрите, как играем мы вам расскажем свои впечатления, ощущения от 1.9 PvP. Давай убиваем его. Ой, Миша, прости, кажется, я тебя ударил. Не-не-не, нормально. Он лагает. Я вижу немножко. Подтолкни лагает. Меня рукой. Так, ты далековато. Не ударил. У меня удочка, блин, есть, но я не могу толкнуть. Блин. Так, там еще один парень бежит. Я пока с ним справлюсь, ты затем беги. Да, я понял, я его сейчас убью здесь. Ты меня одного оставил, он развернулся и начал со мной драться. Но пока он по мне ни разу не попал, а вот один раз он уже по мне попался, то... А, он просто меня пытается забить с топора, все, я его убил. А по-моему, с топора броня быстрее ломается у тебя. Да, да, это понятно, это еще раньше в Майнкрафте было такое. Так вот, ребята, фишка в том, что, видите, многие не умеют PvP-шиться, если вы играете на каких-нибудь 1.9 серверах, а в любом случае в будущем все сервера перейдут на 1.9, когда-нибудь такое точно будет. Ну, может, конечно, не все, а какие-нибудь... О, ну, дай большинство. Еды, Миша, дай еды, пожалуйста. Ух ты, как много. Еще эндерперлы. Эндерперлы. На тебе еды. Дай мне эндерперл тоже. Там у тебя много эндерперлов уже. У меня 3 штуки, на тебе один. Давай один. Все, отлично, я покушал тоже. Так, и Миша, мы с тобой будем сейчас искать оставшихся игроков. Мы, так, кстати... ну, карта не такая большая. А, погоди, Миша, дайте тоже броню. Возьми броню. Так, железные штаны, алмазные ботинки. Ух ты, у тебя так много алмазных ботинок было, что ли? Да, я тут наубивал, понимаешь, Миша, пока тебя не было, тут одного. У тебя, кстати, лук есть? Да, есть. А я тебе могу стрелы дать 20 штуку. Давай. А у тебя есть лук? Не, у меня нет лука, на. Ну ладно, давай, постреляю. У тебя один лук, да, только? На, возьми. Да, один. Так, я железный топор тоже. О, смотри, слева вижу, парень. Вижу. Давай. Так, он, главное, по тени попасть. Так. О, там еще один впереди. Знаешь, я чувствую себя вот этим парнем в прошлой игре. Да нет, просто мы с Мишей когда не записывали, просто одну игру решили пробежаться, поиграть, да, там у него просто пришли на самом деле. Ладно, ладно, не будем об этом. Запалил Миша, что к тебе пришли. Да что такого, подумаешь, пришел. Да подумаешь, пришли, и мы решили, ну, не выкладывать, а к Мише пришли, вот. И вот, и записываем теперь эту. И там, короче, просто за мной гонялись два железника, а я был в кожанке, меня убить, от них бегал полчаса просто было. Ну, еще до этого ты забыл сказать, что как-то было, что ты против троих тима, там, короче, всех. Да, 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 против. В трех тимах и всех их убил. Ну там просто здесь скорости было. Кстати, я уже почти накопил на этот кит. Я здесь куплю один кит крутой, ребята. У меня будет изначально две банки скорости 2. Это будет реально круто. Это будет крутой кит. Самый дешевый, кстати, здесь кит. Я не знаю, почему самый дешевый, вроде самый имбовый. Я застрял. Миша, он здесь рядом. Ударяю по нему раз. Ударяешь я ты тоже по нему. Ударил. Из лука, давай из лука. Миша. Отлично! О! Снайперский попал. Выстрел, Миша. Там еще здесь... на дереве один, на дереве. Где на дереве? Стреляют по тебе. О, мало хп. Нет, так, это нормально хп. Давай сейчас, может, с эндерпёрлами к нему зайдем на дерево. Давай. Так ты первый? Да, я протонулся. Так я к нему на вход сейчас попробую. Ух ты. Блин, он рядом в него. С тобой. Да, раз ударил. Я по тебе попал или по нему? Не-не-не, ты по нему попал, молодец, Миша. Сейчас прыгиваю к нему. И здесь, оп, он не умеет перепрыгивать через деревья, чтобы ускоряться, поэтому я его убью, да. Отлично, догнали. Парень. Он не знал, видимо, эту схему, знаешь, когда прыгаешь так под деревьями и быстрее перемещаешься. А, ну да. За нами, а, это не команда. Здесь, в том месте, где мы до этого бились, там еще один чувак. Да, он побежали туда, другого. Миш. Вот, ребята, а вы обязательно поддержите этот цикл лайками. Я, наверное, так и назову, HG1.9, там, Hunger Games. Или PvP1.9. Да, PvP1.9, и мы будем с вами, ребята, вместе познавать этот 1.9. Чё ты не бьёшь, Миша? Так ты хотел, чтобы я тебя толкнул. Да? Так. Ага. Вот видите, этот парень просто нажимает левую кнопку мыши постоянно, и тем самым он не наносит должного урона. Хотя вот он иногда делает правильно. А у него еще, знаешь, из лука добивай, Миша. У него лук во второй кнопке был. Да, дай мне, кстати, лук с него, я думаю. Вернее, в другой руке. Так, я с него возьму лук, наверное. Вот, держи, я сбросил. А, у меня, кстати, есть внутри уже лук. А можно... О, смотри. Что там? У меня два меча. Да, да, только они не, вроде не будут работать. Ну да, это бесполезно. Попробуй, кстати. Да я попробовал. Правая кнопка, когда тыкаю, ничего не происходит. А, смотри-ка. Так что это не помогает. Так, я куда-то... А дай мне стрел, Миш, дай мне стрел, пожалуйста. Так, на. А у тебя лук есть, да?
А вот я его выкинул, по-моему. Вот да, он. Ну окей, я бы тебе сочетал бы. Но зурит, кстати, не выкидывай, Миш, зурит нужен. Ну да, для зачаровочки. Да, а тебе надо удочку? А, давай, у меня нет, кстати, удочки. О, можно положить во вторую руку удочку, Миш. О, да, кстати, а у тебя есть еще одна? Погоди. Офигеть, ты смотри, реально. У тебя всего лишь одна. Погоди, вот так вот, оп. Лол, лол, так ла... А, не, она так не работает, слышь, Миша, она так не работает. Она у меня... Посмотри, я вот сейчас буду кидать, она у меня вылетит или нет? Смотри, посмотри на меня, Миш, посмотри. Давай. Не, не вылетает. А, блин, лучше тогда лук. Или вылетает, давай я встану перед не, тобой. Не, не вылетает, она не... Она... Нет, подожди еще раз, давай попробуем. Нет, я тебе дал удочку, Миш, попробуй. А где она? Я чуть тебя из лука не стрельнул. А я увернулся. Немного неудобно, на самом деле. Как отменить выстрел, интересно, во. И где же она, интересно, эта удочка? Да, где-то... А, вот на, Миш, еще одна. У тебя так много удочек? Да у меня всего было много, я богатый человек. Когда душа богата, и Мише ничего не жалко. Она, кстати, не отбрасывает тебя. Я и говорю, погнали. А почему не отбрасывает? Ну, не знаю. Потому что... Значит, бесполезная. Может, переделали удочку в Майнкрафте? Возьму тогда топор. Так, нам нужно убить еще одного, и ты увидишь здесь офигенный дезматч, потому что я без Миши поиграл разочек, да, и я дошел до дезматча, он здесь реально круто сделан. Он сделан, ну не то чтобы круто, но мне реально это понравилось. Я прям сказал, вау, там закричал Миша, говорит, что там случилось. Да-да-да, удивился Костя сильно. Да, как бы я видел и круче сделанные дезматчи, но на самом деле это было, это просто и круто, вот реально просто и круто. Эндерперл лежит, Миша, вот там труп, и в нем эндерперл. А у меня еды сейчас нет. Да тут еда есть, забирай. Так, где ты? Куда ты делся? Вон, я тут, Миш, ты где? Эндерперды были. А, вижу, вижу. Ты где? Там много достаточно вещей. Да, на еды, на еды, лук. Ой, спасибо, накормить меня стрелой решил. Да, так по-братски, Миш, по-братски. Так, да, где... Карты маленькие, кстати, вот на Кубкрафте, реально на голодных играх карты небольшие. И знаете, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Такая... А, вот и центр, кстати. Да, вот и центр. Кстати, он что-то нифига не в центре, если честно. А может это второй центр? Нет, вряд ли. Ага, так, а где, видимо, против нас тоже тима, видимо, против нас тоже тима играет, Миша. О, вещи какие-то. О, удочка здесь есть, хотя она мне не нужна. Ну, вообще, посмотрим, что там. Тима, так, осталось там буквально 3 минуты до дезматча. Ты видишь, голодные игры по 10 минут по факту идут. Да. Вот, ты оденься в максимальный шмот. У тебя, кстати, нет для меня железного шлема? Так, железного шлема нет, по-моему. Я его вроде выкинул, если он у меня даже был. У меня ничего сейчас нет в инвентаре из брони хорошего. Так, окей. Главное, чтобы нас сейчас не напали, пока мы сундуки лутали. О, стрелы нашел. Стрелы нашел? Это круто. Теперь у меня тоже есть стрелы, значит я могу использовать лук. А, да, удочка не откидывает, она просто цепляется на тебя. Ну все, видишь. Кстати, вот это плохо. Вот это реально. А вон чувак, один сверху. Да? Лук о. Стреляет. Ладно. Кажется. Сейчас. Я понимаю. Да, тоже... стреляет. Я пойду в ближний. Блин, немного неудобно стрелять с этой руки, если честно. Да, Миша, я его отвлекаю, и сейчас эндерперлом туда. Не-не-не, эндерперлом не буду. Аккуратно, Миша, аккуратно. Я по нему один раз попал. Ладно. Я стреляю еще раз. Пройду. Миша, аккуратно. Миша, аккуратно. Я телепортируюсь эндерперлом, без меня не умирать, Миша, без меня не умирать. Да я не умру, надеюсь. Миша, аккуратно, давай я его убью. О, он упал. В воду упал. Десантируемся! Он хавчик пытался есть, но не получилось у него. Не получилось. Не фартануло, пацану. Не фартануло, парень. Да, осталось только один чек против нас. Смотри-ка, один чек всего против нас. Ну сейчас на дезматче. Так. Да, на дезматче. Че, Миша, ты мне проиграешь, может? Да, наверное. Не, я просто прошу тебя, потому что мне надо класса, ты что, опыт, по-братски, понимаешь? Да не, ладно, давай честно, ввпшимся, просто хочется уже класс купить, сам понимаешь. Вампира или кого-то там? Не, вампир стоит 2000, я до него не докоплю просто. Я куплю скаута, там будет 22 зельки скорости второго уровня. Ого, прикольно, да? Да, классно, строится все так. Да, и на каждой картах по-своему строится, это реально круто сделано. Че, готов его убивать? Он, кстати, под регенерацией. А, ну, я сразу же начал с лука. Ой, по нему два, три. Ну когда я его убью один? Он к тебе идет? А, не к тебе, к тебе, он сзади тебя. Все, давай, убивай. Добил моего пацана. И с таким, главное, звуком он умирает. Так, ну что, будем драться, да, Миша, я так понимаю? Так, шлем, держите. Да, не шлем? Нет, на, держи. Шлем кидай. Угу. Но из лука, и лук все-таки какой-то... Вот сейчас лук стал прям совсем имбовым. Он до этого был имбой. Будем с луками или без? Мы уже хотели на один день показать просто по ОП. А лук, кстати, тоже ведь изменили, то, что ну стрелы да. Летят под другим как-то углом. Да, окей, Миша, давай, еще три. Раз, два, три, или ты уже начал? Нет, я стрелу проверял. А, раз, два, хотя дай покушаю. Поешь. Так, раз, два, три, поехали, Миша. Поехали. Блин, прикольно так стрелять с одной стороны. Да, с другой, это вообще как-то странно. Очень странно, я бы сказал. Ау. Ох, Миша, негодяй. Даже непонятно, что ты стреляешь, понимаешь? Да, не видно, что оттягивается тетива. Жестко, это на самом деле жестко.
Туда. Блин, сундук помешал. Блин, я не вижу, что ты стреляешь, Миша, читер. Ты думал, я просто подбегаю? Да, ты просто подбегаешь. Офигенно, ребята. О, мне зависло все, Миш, слышишь? Алло, меня слышно? Я тебя не трогаю, да. Да, ты, у тебя... А, о, я покушал, я смог покушать, все. Ты готов это продолжать? Да, готов. Раз, два, ехали, поехали. Раз, два, поехали. Я просто пытался есть еду, и она не елась, и поэтому я понял, что зависло. Ой, я что-то по старой PvP-системе решил покликать. Бывает. Не, ну тут меня выиграешь, наверное. Не факт. Блин, ты из лука сейчас меня неплохо оттолкнул. Да, просто! Не знаю, тут зарегенилось сразу же, где-то вот еще на полтора хп где-то, может, ребят, напишите в комментариях, сколько у меня было хп. Ну это прикольно, вообще, это PvP, это четко. Ох, это было жестко, я вот реально, мне уже на секунду показалось, что ты, Миша, выиграешь, вот реально, у меня там осталось где-то, наверное, пол хп или полтора хп, вот что-то типа того, Миша. Ну ты меня луком тогда стрелой вот отбросил, и это помешало. Я покупаю класс, ребят, покупаю класс скаута. Отлично. А где его здесь купить? Книжка, открой, чтобы у тебя может много коинтов. Вижу, вижу. Открой посмотри, наведи на листок бумаги, сколько у тебя коинтов, Миша? 2000. Ну вот ты можешь купить вампира. Вот только 2000 стоит. Реген, алхел. Прикинь, ты будешь всех жизней регенить при убийстве другого игрока. Ну да, это то же самое, что где там было. Офигенно, Миша. А можно Эндергеймсе. А можно, знаешь, что купить? Можно купить, короче, морковку вместо вампира, и у тебя будет всегда морковка на поджигание в инвентаре. Нифига себе. Что лучше думаешь, фулл реген или преимущество в виде поджигания? Ну, фулл реген, он тебе не поможет победить на дедматче, к примеру. Почему? Например, вы остались втроем. Ну, они... если только так, имею в виду, когда дуэль. А зато фулл хп, знаешь, когда поможет победить? Когда ты убиваешь Тиму. Вот да, реально, мне кажется, вампир... Поможет. Вампир, он в этом плане хорош, что ты можешь убить реально Тиму. Ты убиваешь одного, у тебя остается мало хп, и тут бах, резко ты фулл отрегенился. Он реально поможет дойти до дедмача. На дедмаче уже можно своим скиллом и так справиться. Да, плюс если вы убьете Тиму, мне кажется, у вас будет много вещей, потому что обычно, ну, типа, два игрока. А на этом, кстати, на этих голодных играх реально все очень круто сделано, в том плане, что карта не огромная, искать долго не нужно. И 1.9, блин, это просто самые лучшие голодные игры. Вот я просто сейчас сказал, вот от меня, вот как по мне, это на данный момент самые лучшие голодные игры, в которые я играл. Угу. Вот такое у Кости мнение. Ну, да, но у Миши, возможно, свое, у вас, возможно, тоже, ребятки, свое. Вы в комментариях пишите, где же, по-вашему, лучшие голодные игры, ну, пишите. Я думаю, знаю, что люди напишут. MCSG, например, да? Да. Там? Но, понимаешь, MCSG, а он, кстати, на 1.9? Не знаю, нет, по-моему. Вот, видишь, я скажу, я вам сделаю поправочку, это самые лучшие голодные игры на 1.9. Ну вот это уже возможно, да. Нет, но мне на самом деле нравится. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья, с вами был Демастер. Вот, вы тоже, кстати, пишите, вы обязательно пишите все равно, где вам больше нравится играть в голодные игры, мне будет интересно тоже почитать. Вот, я, конечно, понимаю, что MCSG будет, наверное, в большинстве, но и другие сервера... Возможно, вы тоже напишите. И было бы еще интересно, ребятки, наверное, уже самое последнее, под самым конец, если вы напишите нам, возможно, в комментариях айпишники серверов лицензионных, где тоже полностью, 1.9 желательно. Да, полностью 1.9, не 1.8, а 1.9, как Hypixel сейчас сделан, Mainplex, да, а именно полностью 1.9, как Кубкрафт, ребят, это будет реально круто, я думаю, да, Миша? Это будет очень замечательно, мы сможем посмотреть всякие мини-геймы на этой версии. Да, ну а там все, с вами был Демастер ТРСР, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте под видео, там все, всем удачи, всем пока. Да, ребята, всем пока.